12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 апостолов, 12 присяжных в классическом суде присяжных и 12 экспертов, 12 число просто такое полное, что называется, все психотипы личностей, наверное, закрывает. Это программа 12. Сегодня говорим о патриотизме. Что такое патриотизм? Нужно ли его воспитывать? И можно ли жить без патриотизма? Насколько это страшно? И насколько хорошо живется без этого? Давайте начнем, наверное... Давайте мы начнем с Алексея Свиридова. Алексей, что по-вашему? Я так понимаю, что одна из проблем, что у нас нет понятия патриотизма. Что это такое вообще? Нет, есть, безусловно, в словаре что-то есть, что-то написано. А вот как бы вы для себя это сформулировали? Знаете, да, в последнее время, особенно 90-е и 2000-е годы, очень много мы говорим о патриотизме, что это такое, да? И Владимир Владимирович Путин говорил, что идеология государства, вот, это патриотизм в будущем, он видит, как единственное. То есть для меня слово патриотизм, да, словарное слово, но я бы это назвал чувство, больше чувство, вот для меня, подменить этим словом. Это в первую очередь любовь к своей родине, где ты родился в первую очередь, уважение к своим предкам, своей культуре, своей истории и в первую очередь любовь к своему государству, несмотря какая социальная обстановка, политическая или экономическая. Это чувство, в первую очередь, сердце, по-видимому, где-то вот лично для меня. Есть, многие называют патриотизм, это вот как вот сидят футболисты у нас, да, недавно известный там гимн России, и выносят там ящики шампанского, и при этом напряжение месяца, сколько сердечных инфарктов, наверное, инсультов получили наши болельщики в такой игре. И люди еще позволяют в такой форме проявлять этот патриотизм. То есть, скажем так, в первую очередь, как любовь к матери, да, любовь к матери, любовь к своему государству. Государству, к родине своей, своей стране. Родина только, ты один раз только рождаешься, и у тебя одна родина. Отечество может быть много, где тебе комфортно. Ну, к сожалению, сейчас настолько извращенной форме, да, патриотизм, у нас у молодежи очень часто слышно и в социальных сетях, и других, когда касается темы осуждения чего-то, да, там, нашего государства, очень многие говорят, мне там родина, где мне хорошо. Вот это пугает, на самом деле, это тенденция. Понятно. Дайте теперь микрофон Евгению Ковалю. У вас есть понятие патриотизма? Что вы вкладываете в это понятие, если вообще что-то вкладываете? Я и путешественник, да, и вот у меня есть просто сосед, я сейчас так отвлекусь на тему. Он узнал, что я езжу в США каждый год, а он прошел Чечню, там еще что-то прошел, и он мне такой с бутылкой пива, даже если не водки, мне будет говорить о том, что я не патриот своей страны, то, что я езжу в США и там путешествую. Ну, я его послал на три буквы, потому что будет не человек с бутылкой водки, бутылки пива рассказывать о патриотизме. А для меня патриотизм, я люблю свою страну, да, но я имею право себе позволить писать то, что мне не нравится в моей стране. Мне не нравится, там, к примеру, где-то дороги. Но начнем с того, что в Соединенных Штатах они тоже не очень. Я пишу о своей стране, потому что, ну, то есть я пишу там, вот мне не нравятся там дороги, мне не нравится там, грубо говоря, как сделана инфраструктура, мне не нравится управляющая компания, их бы вообще упразднила из нашей страны и сделала бы кондоминиумы. Но это не потому, что я терпеть не могу свою страну, а это потому, что я хочу, чтобы у нас было что-то как-то лучше, и об этом я это говорю. Для меня это патриотизм, то есть я не гноблю там свою страну и говорю, что она вот просто полное ничтожество там и все остальное. Нет, у меня нет такого. Я нормально возвращаюсь в свой любимый город, в свою любимую страну. Я гордо говорю в Швеции, в Америке, что я из России, хотя они не очень-то понимают, что я из России, в связи с тем, что у меня лицо-то нестандартно русское. Всегда думаю, что я немец. И я гордо говорю, что да, я из России. И мне вообще, честно, искренне пофиг, кто что говорит там про санкции, что там Россия что-то сделала. Я не сторонник политики, я всегда политику отодвигаю на задний план и говорю, что как бы давайте про политику говорить не будем. Меня что-то тоже не устраивает в политике, но я об этом говорить с иностранцами не собираюсь. Я же не лезу в их политику. Они влезут в нашу, как выясняется. Ну, это их проблема, лезет в основном... Женя, ну паралимпийскую сборную отстранили к чертовой матери. Это что, это не политика? Ну, это политика плюс допинг. Ага. Вот, но мы не будем, да, сотрагивать Олимпийские игры. Согласен. Давайте продолжим. Так, микрофон у Саши Киктенко. Саша, а что
по-твоему, патриотизм есть? Что это такое? Ну, я воспитывался так, что я люблю своих родителей, я люблю свою родину, я люблю свою страну, и я готов жертвовать чем-то своим для процветания этого места, для того, чтобы мои дети любили меня, любили свою страну, в которой они живут, в которой я их воспитываю, любили не только меня, но и моих предков, чтобы они помнили о том, что сделали предки для того, чтобы они здесь сейчас жили. Для меня патриотизм, да, это любовь и, ну, невозможность, а в случае необходимости желание пожертвовать чем-то своим ради общего блага. Хорошо. Саш, а вы патриот? Честно сказать, я не могу себя назвать полностью патриоткой, потому что я считаю, что патриотизм — это не только любовь к своей родине, к своим предкам, к своей культуре, но это готовность умереть за свою страну. Вот на этот вопрос я не могу ответить сейчас. Готова ли я умереть за свою страну? Все правильно. Кто же потом, вот. Кто же тогда будет родину любить? Я понял, да. Или нет. Поэтому я не могу назвать себя патриоткой, но родину свою я люблю. Я люблю место, где я родилась, и чем-то пожертвовать, ну, не жизнью, но что-то привнести свое, я готова ради своей страны. Отлично. Базовая модель, по-моему, понятна. Есть несколько четко понятных позиций. Дмитрий Николаевич, согласны? С кем согласны из ребят? Вы знаете, я со всеми согласен. Что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались, мы не дадим классическое определение патриотизму. Вы знаете, в основе у всех, вот что бы ни говорили, это любовь к родине. А что такое любовь к родине? Это отчий дом, где ты родился. Это та улица, где ты гонял голубей. Это та березка, которую ты, наверное, посадил или сегодня приезжаешь и трогаешь за эту березку. Ну, а защищать родину, это, наверное, с молоком матери, наверное, должно передаваться. Родина, она одна. И ее надо сегодня, в первую очередь, конечно, ну, любить. А если ты ее любишь, то надо ее и защищать. И вы знаете, значит, наверное, очень хорошо, что вы эту проблему подняли. Патриотизма. Очень хорошо. Во-первых, у нас очень долго в России не было национальной идеи. Различные круги, различные слои населения все время поднимали вопрос. Назовите национальную идею. Было несколько лозунгов, называли ее. И, конечно, наверное, Путин Владимир Владимирович очень четко определился, что не надо ничего выдумывать. Есть патриотизм. И давайте, наверное, будем ему служить. Это будет национальная идея. Наверное, лучше действительно не придумаешь. А вот как, что и где? Вот, наверное, тут мы, наверное, должны точки расставить. Это уже будем говорить про детали, конечно. Хорошо, у нас есть совершенно замечательный, интереснейший проект, который, я, наверное, соглашусь, по масштабности может стать второй всесоюзной пионерской организацией. Я имею в виду новое военно-патриотическое движение, которое называется «Юнармия». Честно признаюсь, моя старшая дочь в этом замечательном движении. И да, один из немногих комплектов формы юнармейцев действительно у моей дочери. Да, да, Анатолий Иванович, это к вам вопрос. А как вы будете объяснять ребятам? Ведь они же не все будут приходить. Они будут приходить кто-то исключительно за внешней атрибутикой. Потому что красивые береты, красивые курточки. Для детей это ж важно. А как будете объяснять, что за формой еще есть какое-то содержание? Вот и какое именно, содержание вот будет прививать? Форма – это одно. Красивая форма, действительно придуманная. Хотя я не полностью согласен с тем, что песочного цвета она должна быть у всех. У нас в городе, и не только в городе, по стране достаточно детских патриотических клубов, которые имеют свою форму одежды. Вот мы сегодня с Игорем Максимовичем были на встрече возвращившегося с боевой службы корабля.
наши юнжата владивостокские, юнги, восток, варяг и ЮПР, они носят морскую форму одежды. И 21 июля, когда мы принимали клятву, им дали значки. Мы подготовили, конечно, предложение, чтобы оставить нашу флотскую, традиционную флотскую форму, прикрепив еще на нее значки юнармейца. Думаю, что это не пойдет вразрез с решением министра обороны. А вот внутренняя форма, это намного важнее, чем, наверное, вся эта атрибутика. Хотя без атрибутики это тоже форма, военная форма объединяет подразделения. И, наверное, не напрасно в старые добрые времена детские организации «Пионерия», комсомольские организации носили знаки, которые отличали среди других. С моей точки зрения, очень много уже продумано для внутреннего содержания деятельности юнармейцев. Это и закрепить любовь к родине, это готовить к их защите. Не обязательно рисковать жизнью. И с моей точки зрения, как военного, это неправильная трактовка, что должен положить жизнь, только бы добиться победы. Надо победить врага, остаться самому живым. Вот это наша задача, это то, к чему мы должны наших детей готовить. Мы должны быть выше любого нашего врага. В жизни мне пришлось побывать в нескольких десятках стран, не только в Штатах, бывал я там тоже. Согласен, дороги там бывают не ахти какие. Поэтому это не мед страна, куда надо стремиться. И ее показной демократизм, извините. А вот по поводу обучения наших детей, у меня есть достаточный опыт. Я работаю с нашими юнгами города уже несколько лет и вижу, насколько меняются дети, когда им действительно на живом примере показываешь, как надо стремиться делать лучше для Родины, для ее защиты. И не напрасно мы сегодня организовали наших юнжат для встречи Виноградова. Это встреча с моряками, которые прошли не одну десятку миль и не один день, даже не один месяц побывали вдали от Родины. Им сразу становится понятно, что такое Родина и как они видят, с какой радостью возвращаются к родным берегам наши моряки, военные, по крайней мере. Это хорошо. Делает... Мы продолжим программу буквально через минуту. Сейчас мы уйдем на рекламу, а после поговорим о том, что такое патриотизм и нужно ли его воспитывать. Это программа «12». Сегодня говорим про патриотизм. Пока что острых дискуссий нет, но думаю, что еще все впереди. Хотя бы потому, что сейчас я попрошу вас сказать, согласны или не согласны с великим писателем, которого зовут Бернард Шоу. Бернард Шоу, как-то говоря про патриотизм, я, с вашего позволения, все-таки постараюсь цитировать это дословно. Патриотизм – это разрушительная психопатическая форма идиотизма. С фразой «ты согласны, не согласны»? Безусловно, патриотизм бывает разный. Это как оружие, идеологическое оружие, определенный наркотик, который можно использовать в разных целях, в разных государствах и под разным соусом подавать его. Посмотрите, что, к примеру, коснемся Украины, да, или фашистской Германии при Гитлере. Ведь там основа того успеха, к которому пришел Гитлер, и потом десятки миллионов в крови утонули, это был патриотизм, который он на фоне упадка Германии после Версальских соглашений и поражения в Первой мировой войне поднял. Да? И, наверное, на какой-то степени он был полезен для Германии, да, экономики, для понимания, для обнения общества Германии. Но потом, видимо, есть какая-то шкала патриотизма. Все-таки есть какой-то определенный, какая-то грань.
что потом уже это перешло на то, что действительно немцы поняли, что они сверхлюди, что готовы и имеют право уничтожать любой народ, который они хотят. То есть это тоже все-таки грань. На Украине тоже патриотизм, все говорят, патриотизм, любить Украину и так далее, но люди не вдумываются в некоторые моменты, как их используют, это патриотизм, убить там или побить тот человек, который с тобой не согласен, да, покалечить его и так далее. Это тоже определенное оружие, патриотизм, согласен. То есть и даже Гитлер сказал в свое время, что гордость – это оружие тоже. То есть ну, это связано именно гордость с патриотизмом, это очень рядом. Это очень аккуратная вещь, как бы, и тут действительно грань. Тут у нас в стране тоже разные социальные группы, которые считают, что патриотизм вот такой должен в стране быть, а другие считают, что он будет другим. То есть это да, это безусловно оружие и воздействие на психологическое состояние масс вполне. Тут это очень серьезная вещь. Естественно. Касаемо фразы Бернарда Шоу, ну явно же она возникла не в совокупности с теми историческими реалиями, которые существовали. Да? «My motherland, right or not» — это классический британский патриотизм. Моя страна права, все остальные страны не правы. Я на самом деле очень сильно боюсь национальных идей. Вот прям очень сильно боюсь национальных идей. Это прекрасная вещь в дозированных количествах. Потому что любая национальная идея, возведенная в крайность, приводит к возникновению такой довольно тлетворной мысли о том, что мы страна, мы культура, мы единство. А все остальные это, ну, это так. И если мы такие великие, то, собственно, почему вот им бы не помочь с нашей великостью, не подтянуть их до уровня? Ну, собственно, вот Алексей привел германскую идею. Вспомним Британскую империю, которая прекрасно продвигала свой империализм по всем странам. Да, а, собственно, мы помним идею. Для чего нам ходить далеко в историю назад? Заранее говорю о том, что я уважаю все страны, все формы, всех людей и все прекрасные национальные идеи. Но идея великой американской демократии — это и есть та самая национальная идея, которая сейчас активно продвигается во все страны, и которая, с моей точки зрения, является далеко не панацеей. И зачастую она просто деструктивна для большинства стран, в которые она продвигается. Спору нет, конечно. Поэтому данная нет фраза... Нет одной идеи, тем более национальной идеи одной страны, которая устраивала бы всех. Это, по-моему, естественно. Понятно. Поэтому данная фраза, она применима вот действительно к крайней форме проявления патриотизма. Мое понимание патриотизма — это гордость за свою страну, но при этом уважение других. Все цветы имеют право цвести. Одно из самых лучших проявлений патриотизма, как вот я его понимаю, я буквально позавчера его увидел. Вчера закрылась смена «Мы из будущего». Это был такой форум молодежный. В детском центре «Океан». Да, нет. В Тавричанке. Значит, он назывался «Поколение 2016». Боевое братство его организовывало, общественная организация. И вот там были наши друзья, подростки из Кореи, из Вьетнама, несколько там человек. И вот, представляете, вот суббота, предпоследний день, концерт, выступает, значит, Ассамблея народов Приморского края, горлица, там украинские песни, все. И ребята, значит, из Кореи вышли и спели две песни. Первая песенка у них была своя, такая немножко минорная, почему-то такая немножко грустная как-то. А вторая песня, и не очень ее поддержали наши, ну, похлопали, так как обычно, все, мы же люди гостеприимные. А вот вторая песня, которую они пели ее хорошо, это «Катюша». Первый куплет, они как только начали, наши ребята, вот эти подростки, эти вот наши мальчишки и девчонки из Приморья, там несколько муниципалитетов было представлено, они стали петь хором, 158 человек в смене. И они все как грянули, это на берегу там моря. И корейцев поддержали. И я удивлен был, думаю, 11, 12, 14 лет. Ребята все до одного знают слова с первой по третий куплет, поют прекрасно. Я думаю, ну, за нашу молодежь можно быть спокойным. Ну, по крайней мере, за тех, кто вот ездит в эти лагеря, вот замечательные. То есть, по-вашему, еще и культурный аспект нужно учитывать, да, говоря про воспитание? Да? Просто меня удивило, что они знают слова этой песни и все до единого хорошо, пели. Хорошо. Я уж молчу про то, что лепили вареники, 800 вареников. И корейцы научились лепить вареники. А, так, Давид. Ну, хотел бы сказать, да, что патриотизм бывает разный. И какая страна, такой патриотизм. Бывают страны, в которых патриотизм приводит к розни между самими странами.
А если взять российский патриотизм, исторически сложившийся, то он наоборот к сплочению стран. Посмотрите, да, состав, сколько национальностей живет в Владивостоке, сколько национальностей живет по всей России, как это исторически сложилось еще до революции, до гражданской войны. А в Советском Союзе сколько народов совместилось, и все под единым таком поле патриотизма. А отсюда направляется очень простой вывод, да, и очень много раз уже говорили здесь, что патриотизм без любви не бывает. А может быть, патриотизм и есть любовь, и если это любовь, то он несет на себе все признаки любви, от положительных до странных, да, то когда человек любит, он меняется. А есть 5 аспектов, да, как мы можем любить Родину в патриотизме, да. Первое — это личность, то есть себя развивать, воспитывать себя в духе патриотизма. Второе — наша семья, уважать наших дедов, ветеранов, семью, родителей, растить детей. В-третьих, это наш народ, да, народность, которая живет, помнит свои традиции и так далее. В-четвертых, это наше государство, знать его, любить, уважать. И в-пятых, это вера, да, которая нас всех объединяет и так далее. Вера в лучшее, вера в Бога, вера в людей и так далее. Ну и когда любишь, ты к объекту своей любви, как правило, относишься по-другому. И во-вторых, того, кого ты любишь, ты пытаешься узнать лучше, пытаешься узнать, с кем он общается и так далее. И то же самое с нашей Родиной. Любви без знания нашей Родины не бывает. А молодежь бывает разная. Молодежь есть та, которая очень любит, много знает о нашей Родине, сама изучает. Молодежь есть та, которая знает по вершкам, да, по заголовкам в соцсетях, что-то там вроде как общее представление имеет. И есть молодежь, которая не знает ничего, к сожалению. Там, даже истории там, ближайших 30 лет для них уже неведомая страница. Поэтому говорить о том, что патриотизм есть единое такое поле, которое нас объединяет, мне кажется, сложно, потому что патриотизм в малом городе у молодежи, где ей нечем заняться, и она тратит свою энергию либо где-нибудь в кабаках, на лавочке в парке за пивом, либо наоборот очень сильно увлекается движением патриотических клубов, каких-то молодежных движений, советов, парламентов и так далее. И молодежь в большом городе, где очень много чем может заняться и много чего в избытке, и вот явление последних лет, да, вот этот ура-патриотизм, когда патриотизм проявляет чисто в внешних каких-то сторонах, типа шествий, транспарантов и так далее. То, что наоборот раздражает, да, вот какие-то такие раздражалки. Ну, ура-патриоты. У нас многие стали, да, ура-патриотами. Зачем, непонятно. Дайте Ковалю микрофон. У него есть мнение про ура-патриотов, я знаю. Да. К сожалению, у нас нет человека, который у нас патриот и грудь за Путина покажет. Оно мне поражает просто. Она говорит, что она патриотка. Ну, не буду говорить имя, потому что вдруг подаст потому на меня. Потому что все мы знаем ну, это имя. Ну, ладно, ну да. Я-то пойду в суд, ну, блин. И мне просто нравится, когда говорят, вот, типа, ты не патриот, а вот я патриотка грудью. Грудь, правда, конечно, не показала, но мне нравится, что, говорят, что ты патриот, проводит свадьбу в Таиланде по канонам Таиланда, выходит замуж. Ну, и говорить о том, что ты патриот. Еще меня бесит, честно, вот бесит чиновники, которые вот говорят, что вот мы патриоты. Все, вот когда санкции еще ввели, да, все, Америка фу-фу-фу, Европа фу-фу-фу, а сами пишут с айфонов в социальной сети Twitter и Facebook, которая принадлежит Соединенным Штатам Америки. Ну вот, как-то так. Хорошо. Версия, тоже версия. Да, Анатолий Иванович, ваш микрофон, уважаемые вам можно. Уважаемые коллеги, я преклоняюсь перед гениальностью Бернарда Шоу, его как литератора. Но мне кажется, эта фраза несколько выдернута с его творчества, потому что столь гениальный человек, наверное, не мог не знать, что патриотизм – это есть патриотизм. А есть еще понятие национализм, который перерос наше понятие патриотизма. Есть еще и шовинизм. Вот с шовинизмом я согласен, что это головная боль старого выжившего с ума мозга человека. Далее, не надо далеко ходить, была наша могучая страна, Союз Советских Социалистических Республик, был советский патриотизм, была огромнейшая страна с сотнями национальностей, и мы нормально ладили, и с государствами заграничными. Да, были Штаты, была холодная война, были не менее резкие заявления, чем сейчас.
Хотя, извините, я не хочу палку в ваш огород бросать. То, что вы ездите туда, это не значит, что вы преклоняетесь перед этой страной. Я тоже много где побывал. Я думаю, Коваль вообще ни перед кем не преклоняет. А сколько наша страна помогала действительно, вот патриотизм и любовь к ближнему, как было сказано, любовь к... не хочу обижать, но несколько экономически отсталым странам, сколько мы тратили денег, даже в ущерб себе, для того, чтобы их подтянуть. Вот это я понимаю патриотизм. У каждого сегодня, да будем так говорить, может быть так, свой патриотизм. Как хочу, так и толкую его. И считаю, что он правильный патриотизм. Значит, сегодня достаточно, правильно сегодня поднимали вопросы. А что делать сегодня с русофобией? Что делать с национальными вопросами? С национальными и так далее. Как вот эти вопросы сегодня считать? Значит, что творится на Украине? Когда правый сектор сегодня приходит и говорит, они патриоты или не патриоты? Но у них свой патриотизм. Это национализм. Ну как бы то ни было, они это сегодня... А в чем отличие? Они-то сегодня говорят, давайте мы правы. Давайте подумаем, в чем отличие тогда. Мы-то правы, понимаете? Вот о чем речь идет. И Бернард Шоу, когда говорит, он в какой-то степени тоже сегодня прав. Значит, конечно, прав. Другое дело, что... Значит, вот вы затронули сегодня Советский Союз. Вы знаете, я, может быть, вкратце. Национальная идея. Вы помните вот национальную идею в Советском Союзе? Я приведу ее. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот она была сегодня везде прописана. И на эту идею все работали, начиная вот от такого, сегодня и заканчивая. Я не говорю сегодня финалом. Я просто говорю, что была вот эта идея, ее формировали. Значит, были институты, которые, понимаете, значит, и как бы то ни было, я сегодня, да и вы, Анатолий Иванович, да вот, наверное, Игорь тоже самое, вот мы уже седые, значит, мы жили и... Мы сегодня, значит, нас сегодня так сформировали, что мы сегодня эту идею поддерживали, понимали и работали на нее. Другое дело, что мы сегодня даем оценку, мы анализируем, смотрим, где так, где не так. Как к этому относиться? И сегодня национальная идея, то, что сегодня Путин предложил, что патриотизм – это тоже сегодня национальная идея. А как правильно выстроить ее? Как сделать в России, чтобы ее все подхватили? Вот у меня сегодня правнуку, значит, 5 лет. Я вот на него смотрю и думаю, как же мне тебя воспитать, чтобы ты сегодня, ну, по крайней мере, с чувством собственного достоинства прожил, и у тебя была активная жизненная позиция. Вот, наверное, что. Вот здесь, наверное, этот вопрос каждому надо задать. Патриотизм – это взрослое основанное решение. Готов ли я любить эту страну? Готов ли я нести то историческое бремя, которое было? Оно не всегда радужное, доброе и со светящимся нимбом. Либо я делаю выбор и уезжаю в другую страну. Оль, любить, несмотря ни на что? Любить, несмотря ни на что. Не мириться с тем, что происходит сейчас, да. У меня может быть обратная позиция. Я могу говорить, с чем я не согласна, как делает это Евгений. Если мне что-то не нравится, я об этом говорю. И я это хочу поменять. Но только для того, чтобы сделать свою страну лучше. Ты же имеешь право сказать, что ты не патриот. Да. Если у тебя есть свое отличное от других мнение. Но никто не имеет права сказать, что ты не патриот своей страны. Жень, говорят, что ты не патриот. Патриотизм. Говорят. Понятие. Мне вообще пофиг, что говорят. Пишут в комментариях, что я гастропская проститутка. Да мне пофиг. Это ваши проблемы. Мы живем в демократической стране, вы имеете право говорить все, что вам хочется. Вот патриотизм – понятие очень простое и ясное. И всякая попытка его как-то... извратить является ревизионизмом или наоборот. Очень простое понятие. Это любовь к отечественным гробам, выражаясь словами Пушкина. Это любовь к большой и малой родине, которая не имеет никакого отношения к плохим дорогам. И я не согласен с такой формулировкой, что гордость за свою страну и понимание других. А если недостаточно оснований для гордости, как сейчас, так и патриотизма нет. Что значит недостаточно оснований? У меня достаточно оснований для гордости. Слишком за свою много у нас сейчас недостатков. И недостатки были всегда и, к сожалению, будут. Недостатки есть в разных странах. В Соединенных Штатах это их демократия. Дайте микрофон Ковалю, потому что он говорит много, его не слышит. Алеш, передай микрофон, пожалуйста. Другое дело, что патриотизм по уровню может отличаться. Если
Если патриотами считают себя, называют себя там Надеждин, Гозман, то тут, конечно, требуется объяснить, что понимать под патриотизмом. На самом деле патриотизм – понятие очень четкое, понятное. Вот уровень патриотизма. Вот хорошо девушка сказала, что не может честно сказать себя, назвать себя патриотом, потому что не готова отдать жизнь за Родину. Почему мы что-то должны отдать? Спасибо, я не понимаю. За мирное небо прошло уже 70 лет. Все, нету той страны. Давно мы в Российской Федерации. Не вот надо ничего говорить никому спасибо. С какой страны 70 лет нет? Да я про Вторую мировую говорю. Зато может быть Третья мировая. Будет? Не надо отдавать ничего. Почему мы что-то должны? Передайте, пожалуйста, микрофон Ксении. Ксения сидит, молчит, хотя на самом я деле наблюдаю. Вас тоже касается. Ну, я не сомневаюсь, меня касается в первую очередь, потому что я работаю с молодежью, я работаю с этими детьми, и я рассказываю этим детям, что такое патриотизм, конечно, со своей точки зрения. Своей программой. Со своими программами, со своими методическими материалами, да. Со своими разработками, со всем. И для меня очень обидно, когда я прихожу в школу рассказывать детям про ту же Вторую мировую и про Великую Отечественную войну, и когда дети не знают, что это такое. И когда это было. Я понимаю, что по школьной программе они рассказали учителю и забыли. Но когда им дома об этом не говорят, им не говорят, каких подвигов достигла их страна, и какой подвиг был вообще у русского народа, в общем у русского народа, когда они защищали свою родину, и когда они говорят о том, вот как говорит Евгений, да меня вообще этого ничего не касается, я думаю и делаю, что хочу и как хочу, не вопрос, делайте, как хотите, что хотите. Но когда через 10 лет, через 20 лет вы повзрослеете и будете воспитывать уже своих детей, они вам также ответят. Но тогда уже станет вопрос, а будет ли существовать вообще еще российское государство, и будет ли у нас чувство патриотизма в этой стране. Это хорошая точка, чтобы уйти на рекламу. Мы вернемся буквально через минуту. Это программа «12». Продолжаем. Говорим сегодня про патриотизм. Что это, для чего он нужен, и должны ли мы что-то своей стране? Была версия, что не очень должны. Тоже имеет право на существование. Почему нет? Я хотел просто ремарку ставить. Вот мы почему-то в обсуждении все понимаем патриотизм с ружьем, защищать родину, умереть за нее. Вот простой пример. Сейчас моя дочь от меня достаточно далеко, и я вчера ехал в пути и получил от нее сообщение. Наша сборная по волейболу вышла в полуфинал на Олимпиаде. Болеем за наших. Ура! Это тоже проявление патриотизма, ей еще нет 10 лет. Поэтому патриотизм – это не только умереть за свою страну или защитить ее в окопах. Это дать тот самый повод гордиться своей страной. И как бы ни говорили, в любое время, в любой ситуации всегда есть повод гордиться своей страной. Если ты перестал ей гордиться, это не твоя страна, ты не патриот, и есть много других стран. Дайте, пожалуйста, микрофон Игорю Доценко. ДОСАФ у нас сейчас тоже должна стать мощной. Она же возрождается, организация. Забыли про организацию давно, а тут, оказывается, она есть. И, оказывается, молодежь идет в ДОСАФ. Чем прельщаете-то? Возможность перед армией права получить? Или люди идут вполне осознанно готовить себя патриотами становиться? Спасибо, но я чуть попозже. Вот для меня патриоты как раз те люди, которые просто на пенсии, уважаемые офицеры, они сидят на пенсии, и, казалось бы, могли бы сидеть на заваленке или на даче, но они утром встают и идут и рассказывают детям, кадетам в юнармии или просто детям, или в патриотических клубах девочки, которые рассказывали, вот здесь сейчас говорят про войну, вот для меня эти люди уже патриоты. Они в свое личное время, многие не за деньги, а по зову какого-то внутреннему, идут и нашим детям, пусть не всем, но какой-то части, которые они смогут, они передают вещи нужные. Был у меня период жизни, я работала в одной из политических партий, пресс-секретарем. В рамках своей работы я рассказывала о таком
чудеснейшем проекте «Историческая память». В том числе я придумывала акции, когда люди приходили к детям, рассказывали про историю своей страны, зачастую писала тексты, которые рассказывали. Вот в тот момент я была патриотом. Так? А после того, как я уволилась из партии и перестала проводить вот эту вот образовательную работу, да нет, конечно, я патриотом быть перестала. Не стоит такой длинный вопрос и передергивать его. Вопрос не в этом. Вопрос, как себя ты ощущаешь. Если ощущали себя патриотом, значит, так и есть. Если перестали ощущать, значит, наверное, тоже так и есть. Вот. И про ДОСАФ. ДОСАФ, есть у нас лозунг шикарный, я его считаю. Это ДОСАФ, школа патриотов. Министр обороны... Да, почему и позвали ДОСАФ? Министр обороны и председатель ДОСАФ России, генерал-полковник Калмыков. Министр обороны поставлена задача из большой шоферской школы вернуть ДОСАФ и сделать большим учебным центром и сделать на самом деле школу патриотов. Есть идея, что вообще юнармия – это одно из составляющих движения школьников, то есть утвержденного президентом Российской Федерации. Одна только и четвертая составляющая. И вот… авангардная. Ну, может быть, авангардная. Но вопрос стоит так, чтобы не просто человеку одеть значок или ребенку и одеть берет, а вот в рамках движения школьников тех детей, которые хотели бы посвятить себя, ну, военному делу, учению военному делу. Не обязательно, что он станет военным, но изучать историю, какие-то поисковые отряды. То есть не просто одеть краповый билет на того, кто поднял руку. Или там голубой берет, или черный. Вас услышали сейчас. Вот и черные футболки будут, и черные береты. Многих услышали, и голубые. То есть, а они, чтобы какой-то прошли небольшой путь и осознанно, здесь я с вами тоже согласен, что, ну, так устроен человек, в человеке заложена потребность к вере. Когда-то было идолопоклонничество, потом пришла вера разная. И даже ту веру, которую советская власть принесла, сказала, что нет Бога, там атеизм, но пустоту это они заполнили другой идеей, идеей коммунизма, о чем я тоже согласен. То есть человек верующее существо. И поэтому очень правильно тот человек сказал, вы сказали, что обязательно должен быть военрук, который говорит. Другой вопрос, что ребенок выберет, надо или не надо. Да, но сеять туда обязательно надо. Только туда нужно сеять разные семена, чтобы не было из чего выбирать. Нет, абсолютно. И вопрос стоит, кто будет сеять эти семена. Если может быть какая-то секта сеет что-то. Кто собирать будет эти семена? Чтобы у ребенка был выбор. У вас такое знание сельского хозяйства. Сеют. Перед этим, как все, отбирают зерно. Так не было зерняков. Ну и к ДОСАФу возвращаюсь еще раз. Значит, это не только шоферская школа. Сегодня вот я простой пример приведу. Заканчивается эксперимент подготовки молодежи по программе ВУЗ 100D. То есть, если он два этапа прошло, заканчивается третий этой осенью. И, скажем так, с 17 года, допустим, невозможно будет попасть служить в десантные войска, не пройдя школу ДОСАФ. То есть это только эксперимент. То есть юноша должен будет выполнить начальную программу начальной военной подготовки, стрельбы с автомата, совершить три прыжка на современном парашюте, соответственно, с его устройством, укладкой. И после этого он только попадет служить в десантные войска. И вот в рамках этого подготовки, там, трехмесячной, двух-, трех-, четырехмесячной, соответственно, знакомство с воинскими частями, знакомство с ветеранами вооруженных сил, с интересными людьми. То есть эта программа должна быть наполнена, и тогда, да, тогда выбор. Но это подготовка военного или подготовка патриота? Это подготовка военного. Но вот почему-то у нас патриотизм сегодня все время упирается в человека с ружьем. Но я сижу в погонах, извините. Нет, я понимаю, но мы все почему-то говорим, патриотизм – это умение защитить родину, пожертвовать собой в случае чего, когда сзади стрельнут, куда ты побежишь и так далее. Нет, человек всегда должен быть Подождите, готов к труду. Подождите, давайте я вам закончу. Планета Земля такая красивая, огромная. Но я не помню из курса истории, чтобы в одном месте колосились луга, зеленели леса, моря, а рядом, через черточку, на соседнем государстве было перенаселение, локоть к локтю, и вот там, где перенаселение, они не хотели жить, где все это колосится и зеленеет. Но нет такого в истории мировой. Всегда захочется туда, на соседний забор перейти. И вот если там, за забором, на этих лугах, никто не сможет защитить свою землю, то там они жить не будут. Для меня патриотизм очень простой. Я хочу, чтобы мой внук жил в моем доме. Не в Канаде, не в Америке, и даже не в европейской части нашей страны, а вот в моем городе Уссурийске.
Я хочу, чтобы он улицу подметал не только у себя, а и за забором. И садил цветы. Под мирным небом обязательно. Все правильно вы говорите, только под мирным небом. Но для этого у нас должны быть там, ну не я сказал, много очень великих людей. Порох сухой и так далее, и все остальное. Но для этого надо учиться военному делу должным образом. Я вернусь к тому, что у нас должна быть достаточно профессиональная армия для того, чтобы защитить страну, в которой мы живем. Но я не считаю, что моя дочь должна уметь стрелять с автоматом и прыгать с парашютом. Но при этом она должна быть патриоткой. Моя дочь может отстаивать интересы своей страны не только с автоматом в руках. Да, возможно, на начальном этапе легче воспитать патриота, когда он ходит строем, он опирается на историю великих побед. Но при этом не нужно забывать, что патриотизм воспитывается также и историей великих достижений не в военном искусстве. Русский балет, там, я не знаю, наши живописцы, Шишкин. Я далек от мысли, что говорят о русском балете в юнармии. А почему? Зря вы так думаете? Почему? Ну просто вы так оценили, вы мне наступили на больную мозоль. Разрешите мне вам доложить, что в программе обучения... Микрофон, я просто знаю, о чем речь идет. Что в программе обучения юнармейцев не только шагать гусем. Анатолий Иванович, присаживайтесь, присаживайтесь. Меня это, честно говоря, аж подбросило. Если вы считаете, что предназначение юнармии – это научить стрелять, прятаться в болоте, маскироваться под кочку и стрелять, убивать себе подобных, то это совершенно не так. Во-первых, я с вами совершенно не согласен, что патриотизм – это... только восхищаться, какие быстрые у нас танки. Мы с удовольствием смотрим на наши мирные достижения, на заслуги и добытые успехи родителями и гражданскими. Замечательный пример. Вот у нас в городе есть Владивостокское президентское кадетское училище. Они ходят в погонах. Но это никто никогда не скажет, что это однозначно все военные. Там будущие и госчиновники, певцы и поэты. Далее, вы вспомните, пожалуйста, нашу историю. Даже царственные лица, которые воспитывались с детства погонами, писали стихи, писали музыку. Сколько выпускников кадетских и гардемаринских классов стали художниками, поэтами, писателями. Человеческая душа – это такая кладезь, где, если вы одели погоны, это не значит, что вы на себя колпак одели. И я для этого в плане развития наших детей, в подготовке юноармейцев, есть вопросы посещения театров, есть вопросы написания и проведения конкурсов литературных, музыкальных. Опять же, юный патриот Родины, вы послушайте, как дети поют. На День флота, наверное, вы видели выстроившиеся в шеренгу эти серебряные колокольчики. Это же замечательно. Это же душа детская поет, а не только шагает строем и ложится, чтобы стрелять. Но они с удовольствием и стреляют. Уже. В этом есть тоже. И вы меня извините, что это за мужик в семье? Да, он три пяди во лбу, но он не может встать и защитить свою семью грудью перед хулиганом сопливым каким-то. Для этого мы их и учим. Мы и стараемся им мужскую косточку подать. И достаточно много девчонок. Клубе «Восток», клубе «Варяг». Вот знаете, вот я вот слушаю очень внимательно, понял, в чем сейчас состоит вот спор, даже вот этот, да, и правильный спор. Ведь смотрите, мы говорим о культуре, о спорте, о любви, там, ну, в общем, о государстве, не касается военной составляющей. Но мне кажется, мы сейчас все думаем в плоскости сохранения и отдать Родину потому что на протяжении тысячелетий наша страна всю жизнь себя защищала. Всю жизнь на нас пришли поработить, уничтожить, убить. Посмотрите, мы воюем постоянно. Сколько у нас войн на протяжении столетий, тысячелетия. Европа нас только три раза хотела уничтожить, которая нас учит демократии. Просто уничтожить дотла, война там и так далее. И вот у нас на генетическом понимании, что патриотизм
это сохранить себя, потому что предки всю жизнь воевали, сохранить эту землю, да, сохранить те устои, те ценности, которые у нас есть. И, может быть, это первое всегда возникает, да, самосохранение. А самосохранение – это защита своего государства, защита с ружьем, понимаете, образно говоря. Ну, давайте так вот говорить, как оно Смотри, есть на самом-то через деле. Через час после начала мы пришли к корням, это уже интересно. Ну, за военных душа спокойно. Понятно, что те, кто в клубах военно-патриотических, что с ними займутся хорошо, они под опекой. А вот по поводу всех остальных, тут есть опасения, потому что кто-то просто предоставлен сам себе, кто-то, как вот, допустим, Евгений, что, просто раздражается. А вот для этого есть молодежная политика, есть волонтеры, учебные учреждения. А те, кто не в волонтерах, не в добровольческих движениях. Понятно, что патриотизм дело... А тех привлекают. Да, патриотизм должен быть абсолютно добровольным. А как? И как привлекают? Вот я к тому и говорю, что... Если патриотизм не натурален... Как вы вербуете волонтеров, к примеру? А мы их не вербуем. Они сами приходят. Мы их зовем к себе, мы им показываем, что мы делаем, мы показываем, как это круто то, что мы делаем, что гораздо интереснее прийти и поделиться тем, что ты умеешь с другими, и чему-то их научить, чем сидеть, извините, на лавочке под забором, семечки... Да, волонтеры тоже патриоты, можно сказать. Бывают моменты, когда волонтеры перегорают и превращаются из патриотов в псевдопатриотов. Поэтому, еще раз повторяю, что патриотизм должен быть натурален. Когда он привит... насильно, ненатурально, он не держится за какую-то почву, да, в сердце человека. Как говорится сегодня, да, вот пример сельского хозяйства. Должна быть почва, хорошая почва. Вот это и этим должно заниматься государство, молодежная политика, создавать почву. Давид с медалью патриота говорит почти то же самое, что говорит космополит Коваль. Так и патриотизм тоже, медаль двухсторонняя, правильно? Опять же, возвращаясь к примеру любви. Любовь не превозносится, да, и любовь требует к себе внимания. Посмотрите историю России. Ее тут просто достаточно просто посмотреть, хотя бы немножко изучить, и ты уже начинаешь уважать и любить эту страну, которая пережила столько и сделала столько. Хорошо. Все верно. Только так что вот, была реплика, чтобы... которую вы не услышали. Очень интересная реплика. Бессмертного полка. Все, вы были в этом году? Нет, не видели? Каждый год на этом полке. Ну, каждый год. Полку. Вот почему людей все больше и больше ходит? Почему это в город? Никто не заставляет никого. Ходят, и в основном молодежь. И вы знаете, по поводу пользы еще вот погон и всего остального, вот этого нюанса. У нас в классе было 36 учеников, девчонок и мальчишек. У нас был спортивный класс, легкой атлетикой занимались. И все умели стрелять, все разрядники по биатлону, все до единого. А военные почему-то пошли только вот два человека из 36. Никоим образом не повлияло то, что просто дисциплинировало, может быть. Хорошая дисциплина, хорошая физическая здоровье. Первый кто живет в Европе, кадетско-президентского московского училища показал, что из кадет пошло только 4% военные, остальные пошли по другим путям. Это не значит, если человек в погонах, то у него ограничена только дорога в армию. И наш класс собирается нормально, все у всех, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, все нормально. И все себя реализовали, правильно, в жизни? Все потому реализовали, что, возможно, да. Возможно, благодаря... Ну, мне очень нравится фраза, да, что патриотизм начинается с подъезда, да, не только с погон и так далее. Патриотизм – это помнить твою родину, учитывать ее интересы в своей жизни каждодневно, каждую секунду, просто думать о ней, учитывать, как о любимом человеке. Вот, в принципе, если так будет относиться каждый человек к нашей родине, то и проблем-то быть не должно никаких, правильно? На нас лежит бремя воспитания молодежи, даже не бремя, а честь воспитания молодежи, да? Честь ухаживать за нашими бабушками, дедушками, за нашими ветеранами и так далее. У нас есть просто бесценные возможности, потенциалы и преимущества. Давайте их использовать и реализовывать их. Да, правильные совершенно слова. Подытожим, что понимание есть, да, что патриотизм это очень важная социальная составляющая стабильности и развития государства в будущем. Это очень важный аспект, особенно для молодежи. И то, что кто-то хочет приватизировать, может быть, больше 100% патриотизм, да, то есть или военную составляющую, но это не имею в виду, то что то, говорят, больше культурный патриотизм и так далее, это нормально. То есть, кажется, все должно быть в меру. Как греки говорили, самое дорогое, что боги дали человеку, это чувство меры. И оно должно быть во всем, и в том числе и в патриотизме. Саша, балета много не будет. Для меня вот патриотизм – это когда человеку не все равно. Да. Вот у меня дети, они ездят постоянно, моют пол там у тещи, у престарелой.
и остальные дела делают. И ходят голосовать обязательно, поскольку уже взрослые. Я им не говорю, за кого голосовать, это было бы глупо, да, и не навязываю свою точку зрения. Но я им доверяю, им не все равно, они ходят, да. Это делают. Вот в этом и патриотизм, да. Когда человеку не все равно. Да. Маленькая фраза, зло побеждает тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Вот есть такая очень... Тоже правда, тоже правда. Ладно, тогда я буду подводить итоги, а итоги достаточно простые. Стало понятно, что о патриотизме говорили мало. Говорили, наверное, мало последние много лет. Мы до сих пор так и не выработали для себя понимание, что такое патриотизм и как с ним бороться, и надо ли с ним бороться, или наоборот, его надо культивировать. Ничего подобного, все остались при своих, Коваль остался при своих, причем... Я честно скажу, я позицию Коваля понимаю и во многом разделяю. Почему нет? Она имеет право на существование. Кто мне может что-то навязывать? Я согласен с Алексеем Свиридовым. С его позицией я тоже согласен. Вот до тех пор, пока мы замалчивали искусственно тему патриотизма, почему-то у нас считалось это дурным тоном говорить про патриотизм. Вот пока не стали говорить... не выяснилось, что мы все по-разному понимаем, совершенно по-разному, что это такое, и никогда мы понятийный аппарат не приведем, что называется, к одному знаменателю. Значит, надо говорить чаще. Значит, если не знают про юнармию, а большинство, я уверен, не знают про то, что юнармия существует, и очень интересный этот проект, значит, надо про нее больше говорить. Будем говорить, не будем замалчивать. Наверное, это самый главный итог. Это была программа «12». Встретимся через 2 недели.